Приветствую вас, и, во-первых, нужно сказать так, что если вам плохо одной, то вы не хотите быть одной, но на вашем пути есть какие-то препятствия. Эти препятствия нужно выявить, разобрать их и устранить. Дальше. То, что вам не нравится быть одной, говорит о том, что вы зависите от людей. Зависимость от людей – плохой стимул, плохое сопровождение для отношений. Люди видят, что вы зависимы, что вы стремитесь к ним, и, соответственно, ваша ценность в глазах падает. Чтобы эта ценность не падала, нужно в обязательном порядке заниматься чем-то для себя, как-то развиваться, расти, чего-то добиваться, где-то реализовываться, не в личных отношениях, конечно, чтобы иметь некоторую адекватную вам самооценку, гордость, достоинство и прочее, чтобы представлять ценность для партнеров в отношениях. Тогда они будут видеть, что вы привлекательны, что вы не нуждаетесь как бы в узком смысле слова в них, и тем самым повысится ваша привлекательность в их глазах. Далее, необходимо понять, что вы можете дать партнеру, что он вам может дать, что вам нужно от него, и понимать, что нужно партнеру, чтобы, собственно говоря, показать, что вы можете ему предоставить и что он получит от взаимодействия с вами. Это очень важно, так как, по сути, это одно из главных элементов привлечения внимания партнера. Также необходимо определить, какие у вас сильные и слабые стороны, чтобы грамотно уметь себя подавать, проработать ваше поведение, сделать его более загадочным для партнеров, более независимым, более интересным, и, собственно говоря, определить ваше место в отношениях. То есть, какое место вы хотите в этих отношениях занимать, подчиненное, равноправное или лидирующее. В зависимости от ваших предпочтений необходимо выбирать соответствующих партнеров. Ну и самое главное, еще раз повторю, это проработка препятствий, которые мешают вам не быть одной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.